пошли! Давай! Убить светотатцев! Их много! Там конец! Великая мать, помоги! Смерть захватчикам! Убейте их! Они сильны! Добьемся! Убейте их! Они сильны! Мы добьемся! Убить светотатцев! Их много! Там конец! Умри! Их не сдержать! Великая мать, помоги! Смерть захватчикам! Вперед! Быстрее бегите к тросам! Убейте всех, чтоб никакой им пощады! За великую мать! Начинается. О нет, берегитесь! Их все больше! Сколько их? Убейте! Смерть захватчикам! Они сильны! Не отобьемся! Убить светотатцев! Их много! Там конец! И сколько же их там?
Отойти! Убить светотатцев! Они сильны! Убейте их! Немного! Там конец! Давайте, спускайтесь, пока можно. Сейчас рыжая сдохнет! А ну-ка, вперед!
Обрати свой лик к солнцу, дитя. Сожгите все, исполните долг. Повинуюсь. Она умирает. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет?
Где я? Моя одежда. Хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Что? Я внутри священной горы? Но сюда же пускают только матриархов. Я не вижу тут своего лука. И поврежденного визора, который сняла с того убийцы. Где они? Я поймала какой-то сигнал. Похоже на... Вот он! И остальные мои вещи. Приостановить раскопки и проследовать цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? С чего ты взял, что я боюсь? Через визор Олина. Как это возможно? Тогда быстрее. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Теда, а меня. Это ясно? А это откуда? И кто? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Белой. Хотите сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Возле матери великая милость. Лэнзера была, конечно, против, но Джеза меня поддержал. Моя мать здесь? Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной. Thank you.
она мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина, Элой. Твоя мать сама гора. Я? Что? О чем вы говорите? Идем. Что это за место? Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь, прямая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач, пришли, а ты лежишь. Я лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила, что ты явилась из утробы горы, что ты дар от богини-матери. Но другие, как Лензера, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, а проклятие. Но это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди. Моя мать. Проводится опознание. Глаз богини. Это женщина. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. Нет. В доступе отказано. Нет, нет. Пожалуйста. Элой, с тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить из-за сходства с ней. Их сила слишком велика. Но может есть другой след? Олин, это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. Говорите, племя на грани вымирания? Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войско. Вернулось меньше половины. И как же так вышло? Убийцы были не одни. Они как-то подчинили себе машины, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни искупления и молить Великую Мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение.
А вы что предлагаете? Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась, и отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю. Она знает? Знает. Я показала. Сестры, богиня говорила с Элой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит, так надо. Избрать искателем — это отродье! Сестра! Не спорь, Лензра! Хоть сейчас! Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается. Элой, священной милостью богини мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя великая мать. В добрый путь. Подготовлю все для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты, а это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И неважно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. Ясно. Почему земля... Это не я, а вот почему. Почему нельзя ходить? Это скверные, когда на другие... Но... Не может. Может. Но... Столько людей... Сейчас... Я... Так, бабье. Так, племя... Да. Где... Нет. Столько людей... Сейчас главное... Я... Так, бабья... А были... Нет. Сейчас... А я... Пусть... Мы начнем. Выход из долины. Очистите сердца. Сегодня мы будем замаливать грехи, которые навлекли на себя. Вон та девчонка. Она все-таки выжила. Она многих спасла. Повезло нам. Дождь смоет запах. Девчонка изгой идет. Элой! Не бойся. Элой! Говорят, по объятиям. Вроде демон. Черная тварь касается. Откройте врата. С какой стати я должен слушаться? Меня вы... Тебе...
А где б... Я... Верхов... Чем... Что это? Великая мать! Что он с ними делает? Подчиняет их. К оружию! Что за ведутся на блекотинка безродная? Убейте! Убейте всех! Готовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны взбесились! Let's go.
на инициации была такая же тварь. Как же эта машина управляла всеми бегунами? Нужно выяснить, как эта машина подчинила себе бегунов. Может, визор подскажет мне, как эта машина управляла остальными? Как же она управляет другими машинами? В чем секрет? Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу? Ну, попробуем. Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Тэп, что ты здесь делаешь? Ты же швец, а не воин. Я пришел защищать дозор матери. Но такого увидеть никак не ожидал. Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш ни болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Воины! Нужно починить врата немедленно! Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте! Ты так ловко одолела демона? Нужно найти машину и посмотреть, как это работает.
Вот теперь я точно проснулась. Бегуны. Можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перехода. Полезная травка. Правда, горькая. Тихо, спокойно. Тогда мне придется что-то выбросить.
Бегуны. Можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепугу. Тихо, спокойно. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть, но я найду им применение. Ты Варл, значит? Мне показалось? Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? Ну, да. Это долго объяснять. Да уж я думаю. Чудные времена для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас?
Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. Если дойдет... Путь будет, а мы... А трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на... Ты сказал путь... Убить? Да. Еще бы... Надо поп... Кто сказал? Я говорю... Вала, она, подружили. Спасибо. Так убийц... После... Но в гни... Большой вождь... Ты сказал... Даже не... Ты не вызвал? Да вызвал. Истеречь врата. Стеречь объятия. До последнего. То есть никто... Если кто... Не угонишься, наверное. А... Ты сказал вождь... Даже... Ты не... Да, истеречь... То есть никто... Если кто... Не угонишь... А... Мне пора... Элой, прежде чем ты отправишься в венец матери, племя... Где ты? Там, где на... Попробуй... Я... Визор поймал какую-то руину. Наверное, это и есть жажда беса. Город предтеч из железного мира. Сказал вождь Сунат. Одну спогоню за убийцей. Может попытаться найти ее? Всегда так. Помоги мне, защити. Как ты пришел на выход из долины, чтобы спасти сердце? Я сама виновата. Надо было сразу уйти. А?
вот и она. Она теперь искатель? Девушка с меткой искателя. Ты Морея? К столице Карха. Пусть пап... Я не от... Говори, если... Возможно. А зачем они мне? А ты справишься? Сама, в одиночку. Я хорошо стреляю. Надеюсь, что... Настолько хорошо.